Всем привет и приятного просмотра. Продолжаем проходить FIFA 18 за менеджер. Ну что, у нас играет с Мидас Бро. Так, у нас так составчик такой. Это у нас подрос. Так, что можно? Валка там можно поставить. Так, Ассура пускай остается, как Лен тоже. Ты тоже, а вот тебе надо заменить. Так, что у нас по поводу правого фланга? Еще не здоровый, да? Понятно, все. Ну, а это пускай остается, значит. Так, Перес здесь, Джака здесь, Адзю здесь, Чак здесь. Так, центральный тоже оставляем. Ну, таким составом, я думаю, будем выходить на поле. Да, сохранить. Потому что там, я если не ошибаюсь, у нас очень трудный календарь будет. Слишком сильными командами будем играть. Типа осталось всего лишь 8 игр. Вот такие дела. Че, выходим уже на поле. Это фигня. Да это я заклепал. Да ё-моё, ну фиг с ними. Я хотел первым что делать, но послабее был сделать этим. Всем привет! С вами Георгий Черданцев и Константин Генич. Мы с вами на футболе. Этот футбол вас точно не разочарует. Точно так же, как и наша работа. Ну, по крайней мере, мы постараемся. Сегодня Мидлсбро встречается с Арсеналом. К этой игре Арсенал подходит с наименьшим показателем пропущенных мячей. Это лучшая оборона в лиге. Посмотрим, смогут ли они подтвердить свой высокий класс. Думаю, игра сегодня будет очень напряженной. И вот состав хозяев. Команда сыграет по схеме 4-5-1. Двое ярких вингеров и плеймейкер будут снабжать нападающего мячами. Смотрим состав Арсенала. Игроки группы атаки будут цепляться за мяч при любой возможности. С обороной, как мы видим, здесь тоже все в полном порядке. Игра началась, смотрим. Ну что ты стал финтиться здесь, как на своем месте, а? Опа. Оливье Жиру. Так, из этой атаки можно есть... получить что-то зелена, стоящее. Зелена. Футбол быстрая здорово. Игра, только что они атаковали, теперь надо бежать ладно. В оборону. Не будем приставать, я не, на самом деле даже не уверен, что я правильно передачу его. Такие передачи всегда таят опасность тут для... Всегда. Это удар! Значительно вот это удар. Выше мяч пролетел. Вот мы здесь. Касорла Гонсалес. Атака продолжится через фланг. Терпеливо ждут они своего шанса.
Ну, чуть-чуть не хватило, но... Блин, вратарь все-таки утащил его, но легче ему. Ему руками можно, а тут... Он так и поступил, очень здорово сыграл. Полностью с тобой согласен. Удалось нейтрализовать атакующего игрока. Кто будет первым на мяче? А я не помню, в каком сезоне. В этом сезоне мы с Мидезбо проиграли, но мы из 3-0 вытащились. Да ё-моё, всё, Санчесу дают. Так, пас на середину. Хорошее владение мячом перед штрафной площадью, но пора бы и обострить. Ну вот, стоило только заговорить не об атаке, как они потеряли мяч. Ну, давай, давай, Родимый. Надежно сыграно, жаль, мяч не у него остался. Ну, что ты творишь, а? Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. Так, фланг у нас сторону. Был свободный. Посмотрим за этой атакой. Волкот. Слишком поздно, да, слишком поздно. Через такую защиту непросто будет дал прорвать. Пас, слишком поздно дал пас. Угловой в пользу Арсенала. Давай, давай. Голубчик. Ну давай, голубчик. Друзья, вы поворот-то бить собираетесь или нет? Пасы это, конечно, хорошо, но надо же голы забивать. Там никого не было просто. Никого не было. Так, Матизакер возьмет мяч, это хорошо. Это, я так понимаю, молодой наше поколение, блин, играет сейчас. Иногда же в правую фланг. У меня 4 игрока, с ним считай, да? И никого, самое главное, нету. Да ё-моё, ну это вообще, это чё был-то? Еще травму покажите ему, а? Вполне карточку может показать за такое нарушение. Это предупреждение. Так, ну чё, Джака выходит на поле у нас. Джака выходит у нас на поле. Подобный подкат чреват нарушением правил, что и было в данном случае. Вообще, ну, чё, мне травма, блин, выбора. Молодому игроку, понял, вы с ума посходили, что ли, а? Санти Кассон. Что дальше, Арсенал? Вратарь решил отбить мяч. Так, пас. Катает мяч перед чужой штрафной. Монреаль. На открывание кого-то. Санчес. Санчес на вес. Но Жиру не успевает. Ну, вратарь тут выше на поле. Ай, блин, ну как так, а? Иди сюда. Ну и чё? Отобрали мяч у соперника. Это, я не знаю, какое число вчера, что, если не ошибаюсь, был матч Англии против... Мустафи. Ну, сборная Англии против сборной Германии. Начо Монреаль. Так сказать, вот. Гранит Джак. Польди Подольски последний, если так ошибаюсь, игрушу проводил, я так понимаю, прощание. Франциско Клен. Ну, забил офигенный гольчик, на самом деле, на прощание. При массированной обороне всегда легче и правильнее атаковать флангом. Так, так делаем. Отличная игра в пас, все точно и по делу. Опа. Тут уж слишком их много. Не-не-не, не сюда, не сюда. Здесь, ай, блин. Справляется, мяч отобран. Я хотел поближе, Жиру может дать попробовать, а. Дебюши. А, чуме, Дебюши здесь. Плохая, а, передача, еще бы ее не перехватили. Мы же Мидезбро его утащили, да? Мертезак. Продали. Санти Кассон. Это может быть опасно. Ну, мяч, это видно было, что-то вообще жестоко. Промашка, огромная промашка. Мяч потерян. Начо Монреаль. Без всяких усилий перехватывает игрок этот мяч. Может получиться интересная атака. Защитник хорошо выбирает позицию и снимает этот навес. Все готово. Джака. Алексис Санчес.
Ну давай, Санчес, беги, 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 беги. Защитника просто не заметил. Наверх. Ну угад, давай. Ну защитник кто там, блин, а? Обороняется, не позволяет пройти. Дебюши. А если хороший был, только если не ошибаюсь, кто там был, я не знаю. Ну иди сюда, ему, чё ты вот все это? Так, неплохо закрыл, молодец. Игрок, мяч отобран, еще что золотой дальше? Человек. Это Волкот, но Волкота уже двое человек закрыли. Играем в середке пока. Арсенал в этой игре пока не забил. Да, это может быть столько. Опасно. Мало кто умеет так здорово играть в пас. Великолепно. Да вообще не говори. Продолжает владеть мячом очень долго, пора бы уже как-то обострять. Ай, блин, не прошел, а. Защита в последнюю секунду спасает ситуацию. Блин, мог бы достать его бы. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. Франциско Клен. Оливье Жиру. Такие передачи растягивают, опа, разрывают она. Оборону соперника. Очень хорошо. Ну тут слишком много игроков было. Слишком много игроков было. Очень много было игроков. Тут было нереально. Этот все-таки. Всего 2 минуты осталось провести командам на поле. Именно столько добавил судья. Ну, это удар, вратарь, конечно, удар, но врата этот стащил бы в любом случае. Все, свисток уходим. Первый тайм совершен, на табло нули. Ничья пока в этой встрече, и надо сказать, что от гостей мы ожидали немного другой игры. Да, в защите они играют традиционно надежно, осталось только впереди действовать чуть агрессивнее. Так, продолжаем матч. Второй тайм начался, и мяч у Арсенала. Джак. Ну чё, давай, родимый. Ай, блин, не прошло. Надежно сыграно, жаль. И что, травма? Да вы что, с ума сошли? Ё-моё, ты что за фигня? Хороший пас, Матлан. Санти Кассоро. Франциско Клен. Все верно, пора сместить акцент атаки. Навес, ну, не слишком поздно. Навес, если бы не защита. Надо было пораньше попробовать навес сделать, но тут не получилось. Защита надежно играет, мяч отобран. Так, Минас пробует играть с Ньюкаслом. Франциско Клен. Так, пас прижали на Волкота. Прижали соперника к воротам и ждут свой даем шанс. Даем сюда пас, даем сюда пас, даем сюда пас. Блин. Проникающий пас, но защита не дремлет. Двое было, тут никак ничего не сделаешь, блин. А это промахнулся по страшному. Матье Дебюши. Дебюши. Посмотрите, как здорово ходит у них мяч. Не подобраться. Отличный кросс. И... Ай, блин, вот это удар был. В прыжке, молодец. Там не в прыжке, просто упал, он провалился. Это Волкот, есть Волкот, блин. Какая все-таки борьбу он проиграл. Но Жиров на фланге, это не вариант.
Мы Шальки играем. Замена, ну да, вот это начинается наше апрельское время, игру, и когда очень жестоко. На самом деле. Это может быть опасная атака. Ну беги давай, ну чё? Ничего серьезного, все здоровы, просто обычная замена. Виктор Фишер. И играть еще полчаса. Виктор Фишер. Мустафи. Джака. Тут может что-то получиться. Да, пас вообще не ловкий. Отобрали мяч у соперника, что теперь можно начинать не свою поймешь, атаку. Что творилось на экране. Иди сюда, а. Ну давай, голубчик, ну. Отлично сыграл защитник, прервал фланговую атаку. Посмотрим за этой атакой. Отличный да. отбор, но кому-то останется мяч. Матье Дебюши. Виктор Фишер. Может получиться интересная атака. Прекрасная передача. Достает голкипер этот мяч, но не может удержать его в руках. Давай, Волкот, беги, беги. Я знаю, что ты можешь. Все. Надежно сыграно. Жаль, мяч не у него. Ну, это был не пас. Это был красиво не пас. Сыграно, ай, блин, эффектно. Ну это вообще и травма. Судья, где судья, где свисток? Чё ты? Получил травму, арбитр останавливает этот матч. Офигеть просто, а. Просто офигеть, а. Да. Две травмы, опять две травмы. Вы что, с ума посходили все? Травмированный игрок покидает поле. Игра нам, возобновится, нам мяча. Трудная неделя. Очень трудная неделя. Пока неделя, месяц трудный очень. График вообще бешеный. И нам травму надо получать, да? Гастон отчумить Кранец. Просто, отчумить, а. Месут Озил. Это может быть опасно. Павел сам успел. Гаденыш, а. Иди сюда. Выбили у него мяч. Кому он достанется? Санчес. Да, такой шанс был. Я еще пропал. Последние 15 просто минут. Пропустил. Такой офигенный шанс, а. Дебюши. А, еще фаул. Судя по усиленной разминке одного из игроков, сейчас будет замена. Ну что, давайте, катает мяч перед чужой штрафной. Что-то у нас она ничья на пошла везде. Прям. Давай ничью загружает сделаем. Мяч. Дай бог штрафную еще площадь. Пропустить, блин. А, ну да, конечно, Волку дал пас. Мяч за боковой линией. Давай еще это. Ну давай мяч быстрее. Че тупить-то, а? Вот это вот мяча из аута. Сразу же соперник. Ай, блин, а. Хорошее владение мячом перед штрафной это площадью, но пора бы и обострить. Ну это вообще ни о чем. Завершилась эта атака. Я так и думал. И вратарь готовится вести мяч в игру ударом от ворот.
Замен нет, даже замены были произнесены с помощью травм, блин. Отличный удар. Вратарь, и счет остается равным. Ну что, ничью подарил своей команде, это как да минимум. Да что за фигня, что за пас был? Парни, соберитесь, а. Великолепный проникающий пас. Какой удар. А ведь мастерство есть у этого игрока, и так промазать. Да, хладнокровия в этой ситуации игроку, к сожалению, не хватило. Джак. Уолкот. Ну что, мы здесь. Позил. Так. Похоже, они решили поиграть вдвоем. Потерял мяч. Но кому он достанется? И перехватить не получилось, и так не получилось, ничего не получилось. Ничью идем так всегда. Здесь защита справляется, мяч отобран. Джака. Позил. Молодом дадим поколение поиграть. Отличный пас в разрез. Какой пас проходит? Но! Лукас Перес. Ну что это такое было? И свисток останавливает игру. Офсайд фиксирует. А, ну офсайд был, понятно. Ну да, тут колоссально он вперед сделал. Вообще просто. Арсенал идет в атаку. Ну не тому, куда ты там пас дал, а? Ёма, навес дурацкий, а? Ну чё за такая фигня какая-то творится? Атайская команда практически весь матч владела мячом, но не сумела выиграть. Константин, что скажешь? Ну, владение мячом это еще не гарантия успеха, все-таки надо реализовывать. Центр, может, кого-то не хватает мне, ё-моё. Ну, ли нам это не очень хорошо, на самом деле. Она ничья. Нет доступных матчей. Понятное дело, сейчас другие сыграют, и все. Тут, если Манчестер побеждает, мы от него отрывом большим становимся. И останется 6 игр. Это уже ни туда, ни сюда не идет. Так, что мы можем тут сказать? Тренер клуба похвалить. Травма на 3 месяца. Ежедневные обновления. Чё там? Спасибо, что мы дали ему поиграть. Я знаю, чё он состав. Но мне-то Шальке больше нужен, на самом деле. Попробую тебя. Ну и чё? Так. Пропускаем. У нас дальше Лига Чемпионов. Полный вызрел. Там Челси игра будет через несколько дней. У меня. Так, приложение принято. Чемберс готов. Понятно, хорошо. Чё там дальше? Касательно нового контракта тренера, я постоянно время много думал о своем будущем в этом клубе и решил, что не хочу продлевать контракт, позволяю текущей сеть. А зачем покинуть клуб? Вот это супер! Вообще просто молодец! Супер-пупер, блин! Моложе игрок, который делает шанс. Ну, конечно, шанс небольшой даем тебе и поиграть, но все равно же. Это что, придется на нападающего думать, покупки себя о нападающих? Только вот так вот, больше тут ничего нету. Тупик узнает, что за фигня. Ну. Так, календарь бешеный, я говорю вам. Это вообще ужас. Вообще ужас. 5 игр с самыми сильными командами. Это почти нереально. Так. Да мне давай сюда. Центр внимания. И сюда. Я хочу посмотреть таблицу Премьер-лиги. Посмотреть, что там случилось.
Это не слишком мне интересно. Ну что, давай, ё-моё, а. Мне тоже не интересно, это понятно. Так, 31. Я что-то не помню, они проиграли, что ли? Не пойму никак, и ничего сыграли. 31, у нас разница 3 очка. У нас разница 3 очка. А от матча с Сити у нас, ну, на 9 получается разница. У нас 3 игры можно спокойно проигрывать им, чтобы они получили второе место. Ну, понятно, все. Осталось у нас, получается, 7 игр, да? Ну, а на этом мы закончим. Увидимся уже в следующей серии таких прохождений. Всем вам удачи и пока.